полицаи! Не бейте людей! Фашисты! Не бейте людей! Вы что делаете? В смысле? Да до какого основания содержат, товарищ? Гады! У нас здесь люди припарковывают автомобили. Вот они. Да, как бы. А вот из этого подъезда и из этого дома. Сейчас хотят поставить знаки, запрещающие парковку автомобилей здесь. Значит, у народу будет негде ставить свои автомобили. Вообще негде. Значит, мы будем вынуждены ставить вторым-третьим рядом на улице Кравченко, что идет уже нарушение ПДД. Да? А, естественно, мы отставим то, что эти машины стояли на месте. И никуда не уходили. Люди ставили около своего подъезда, при своей дворовой территории, свои машины. Один знак разрешает стоянку, другой знак запрещает стоянку. Вот, как это объяснить и как это будет действовать полиция, никто не знает. Но как, судя по тому, как сейчас действует полиция, то запрещающий знак будет главенствующий над знаком, который разрешает стоянку автомобиля. Здесь 7 домов, которые находятся без детской площадки. Да? Это была единственная детская площадка и единственная спортивная площадка. И вот в один прекрасный момент так называемый учительский дом, да, это самое, решил просто построить здесь дом свой. Притом VIP-дом, да, как бы, потому что там квартиры стоят очень дорого, мы залезли на сайты, да, вот, на 150 где-то квартир, вот, и поэтому они как бы лишили нас всего, да, лишили дворовой территории вот этих домов, дворовой территории этого дома, да, как бы, и лишили самое главное, что нашего солнца, света, да, как бы, тепла. А вот перегородили дорогу людям, и теперь они не могут пройти. Это не полиция, это конусы. Обращайтесь. Это забор, да? Как бы как забор. Живая, то есть полиция работает забором. Если бы ролик вышел бы 26 числа, где Белозеров рассказывает, что он там занес, что он дружит с теми-то, с теми-то, с теми-то, что с управой хорошо, с полицией хорошо и можно взаимодействовать, возможно, эти знаки 327 под табличкой эвакуации были бы запрещены. Жители местные просили ордер показать документы, на основании чего из парковочной зоны здесь запрещено стоять, но жители обращаются, но никто из представителей жилищника никаких документов не предъявил. На основании 12 статьи Гражданского кодекса сейчас люди занимаются самозащитой своих гражданских прав. Не дают устанавливать эти знаки. Товарищ майор, а документов нету, на земляные работы. Вы сейчас обязаны прекратить работу вот этой, понимаете? Давайте мы вместе. У них отсутствует документ. Правильно. Нет, подождите. Причем здесь управа? Управа не руководит этими работами. Граждане свободны, вы должны остаться. Вот здесь вот проводится работа. Где документы на проведение этих работ? А вот у сотрудников, которые выкрали у меня дважды из кармана документы. Какой сотрудник у вас выкрыл? Не сотрудники, а вот непосредственно. Вот. Значит, еще раз говорю. Журналисты, да. Вы работник. Не, допустим, журналисты какие-то, которые снимают. Да? Скоро мы все можем остаться без дворов и без деревьев, если так дальше пойдет. Поэтому приходите, мы будем думать, что нам дальше делать. Как защищать наших детей от этого варварского, я не знаю, геноцида, экоцида жителей.